Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня у нас передняя часть плеча. Если вы внимательно смотрите, как простирается данный меридиан, то увидите, что данный меридиан контролирует эту область. Поэтому точка G2 эрдзянь нам в помощь всегда при всех болях передней части плеча, травмах, ушибах, вывихах, ранений, раны, нарывает там, болезненность кожи и не только, мышечная болезненность, напряжение, онемение. Травмы спорта чаще всего люди обращаются с такими вот проблемами. То, пожалуйста, данная точка G2 эрдзянь вам в помощь. Данная точка тонизируется, активизируется. Но данная точка выступает как точка скорой помощи, но не точка лечебная. Почему? Давайте мы скажем, что здесь проходит множество меридианов. Множество. И ножные меридианы, как ни странно это звучит, играют огромнейшую роль, чтобы наше с вами плечо, переднюю, среднюю, заднюю часть плеча, навести порядок там. Такие как меридианы поджелудочной железы, начинаются на нижних конечностях. Меридиан печени проходит в этой области, тоже нужно привести в норму. Меридиан почек на нижних конечностях тоже нужно привести в норму. Вот в каком состоянии эти меридианы. Я уже молчу о 6 ручных меридианах. Вот уже 9 меридианов участвуют в чем? В тех или иных болезненных проявлениях передней части плеча и не только. Понятно, да? Потому эти меридианы нужно восстановить в норму, особенно тем людям, у кого есть хронические уже состоявшиеся боли передней, задней, средней и, скажем так, общей болезни плеча, плечевой области и не только. Поэтому, да? В норму нужно их привести. И пока вы их не приведете в норму, никто вам не поможет. Ну и, конечно же, нужно что? Обязательно позвоночный столб привести в норму. Почему? Потому что это наша с вами, скажем так, вся центральная нервная система и не только. Все наши органы и системы – это позвоночный столб. Поэтому данной информации предостаточно уже. Но данная точка G2 эрдзянь тонизируется, активизируется, а при всех хронических заболеваниях проводится диагностика 12 меридианов, и восстанавливается все в норму. Спасибо за внимание.